Доброе время суток, с вами Виктор Долин. Ну, вот таким образом выглядит в банке питательная смесь. Порядка 7 разных соков ягод, 7 орехов и семечек всяких. Ну и вот таким образом мы дозируем. Берем 200 грамм. Ну вот, 214, ну, чтобы банка уже была пустая, 230 грамм. Вот это наша суточная норма на двоих, каждому по 100 грамм. Ну, это просто банку освободил, поэтому высыпал сегодня все. Здоровья вам, благополучия. Вот вчера огурчики в Таллине приобрели эстонские с чесночком, с лаврушкой, с вишневыми веточками малосольные. Ну, здесь же у нас топинамбур, который я позавчера накопал. Вот такая наша обстановка, почти что летняя. И вот сквозь грязное окно вот такая вот наша улица. Здоровья и благополучия. А это, кстати, сушеные корни одуванчика. Толщина у них была порядка 5-7 миллиметров. Видите, какие они стали маленькие. Здоровья вам и благополучия.